Что очень важно, когда ты рыбачишь. Вот просто простой пример. Перемещение по фиш-платформе не приводит к значительному крену. Это говорит о том, что вы будете комфортно передвигаться во время рыбалки. То же самое будет происходить и с кормовой фиш-платформой, которая достаточно вместительная. То есть значительного крена, как на очень кривоватых лодках, конечно, здесь нет. Много рассказывать не буду. Это устройство позволяет использовать
в том числе и GPS-якорь. То есть мы настраиваем его таким образом, чтобы лодка стояла, допустим, на одной точке. Если нам необходимо переместиться, то есть пульт управления, либо есть специальная педаль для того, чтобы сместить лодку вправо-влево, взад или вперед. Немного хотелось рассказать о палубе лодки Discovery Jet 600. Здесь у нас находится, помимо большой рыболовной площадки, здесь находится огромное количество рундуков. Рундучок, в котором есть еще технические ниши для дополнительной, для электрики, для установки какого-то оборудования. Можно бросить веревку, фал. Также есть боковые, достаточно просторные дополнительные рундучки. Все оборудованы системой водоотведения. Вся вода, которая попадает в рундук, рундук является сухим, уходит в днище лодки, оттуда выкачивается помпой. Также здесь точно такой же рундучок, точно такой же сухой, весь заклеенный карпетом. Установлена везде фурнитура перка, американская, влагозащищенная. Также на палубе, точнее под ней, прямо перед консолью расположен топливный бак. Бак объемом 140 литров. Для комфортного прохождения милей сплавом дифференту лодки практически одинаковый. Ярко выраженного перекоса на корму нет. По центру у нас есть такой же самоотливной рундучок, в котором хранятся все наши нужные штуки. Это рыболовное сиденье. Здесь же лежит столик. Сюда же можно положить жилеты. Войдут какие-то спальники, может быть, тент. То есть рундук достаточно огромный, просторный. Сиденье рыболовное, взято из рыболовного спорта. Спортсмены активно его очень используют. Есть возможность регулировки по высоте. Можно полустоя, облокотившись, просто удобно заниматься рыбной ловлей. Также в этом рундучке у нас лежит столик. Столик изготовлен из полиэтилена. Очень быстро, легко устанавливается, вращается, можно покрутить. Есть два сиденья, они имеют поворотные механизмы для того, чтобы здесь все присели, вся компания сюда вошла. По бокам имеются два складных кресла. Когда вы не занимаетесь рыбалкой на отдыхе, либо еще имеете двоих пассажиров на борту, очень удобно. Получается вот такое вот достаточное место для четверых человек спокойно сесть, пообедать, позавтракать. Также есть под этим столиком имеется бар. Мини-бар. Все мы привыкли к мини-барам в отелях, в ресторанах, куда мы ездим. Вот, пожалуйста, вам мини-бар. Кто что туда? Мы туда ложили только чай. Не всегда на лодке двигаемся. Иногда на этой лодке будут ловить рыбу. Это я точно в этом уверен, абсолютно. Мы складываем вот эти сиденья, берем дополнительное байковое сиденье, которое устанавливается у нас на задней фиш-платформе. Для этого есть специальное основание. Одно сиденье повыше, второе сиденье предусмотрительно пониже. Разного роста люди есть. Все, можно комфортно, удобно заниматься рыбной ловлей. Также по бокам имеются два технических рундучка. В этом рундучке находится топливный сепаратор, ключи массы 1-2 на стартовый аккумулятор и также обслуживание помп. Со второй стороны по левому борту здесь то же самое. Также сейчас покажем вам нишу, где расположены у нас аккумуляторы. Поднимаем сиденье. Сиденье складываем вот таким вот образом. Здесь у нас находятся в ряд три аккумулятора. Один стартовый для мотора и два тяговых для мотора электрического. В данном случае у нас моторгайд стоит. Три аккумулятора по 105 ампер спокойно входят в один ряд. Для удобства обслуживания можно все это мероприятие достать. Также здесь внизу есть дополнительная ниша. Ниша у нас предназначена для... Мы сложили сюда весла. И также здесь лежит ходовой тент. Также в кокпите имеется удобная полка для хранения коробок с приманками, нож и различный инструмент. Покрытие изготовлено из морского ковролина американского производства, на котором можно спокойно развесить свои приманки, никаких затяжек,
ничего не будет. Очень удобно пользоваться рабочими блеснами во время ловли. Ваши все удочки, очень дорогие удочки, располагаются в удобном рундуке. Рундук находится по центру, сюда входят палки с катушками в полностью собранном виде, в боевой готовности, так сказать, длиной до 2,70. Сюда входит 6 спиннингов. Под консолями, под консолью пассажира расположено зарядное устройство, которое работает от 220 вольт, так сказать, береговое зарядное устройство, где можно подключиться, которое заряжает стартовый аккумулятор на основной двигатель, на ПЛМ, и также два тяговых аккумулятора, которые подходят к электромотору. Справа под водительской консолью стоит альтернатор для электромотора. Сиденья водителя и пассажира достаточно удобные. Снабжены волфером дополнительно, чтобы можно было передвигаться полустоя, полусидя. Можно приподнять. Также стойка имеет амортизацию, то есть во время движения у вас позвоночник не будет испытывать диких нагрузок. Будете комфортно себя чувствовать, если вы попали в перекат, порог, на волну. Сиденья также снабжены слайдерами. То есть дополнительно можно сиденье подвинуть вперед, назад, в зависимости от того, кто какого роста. Достаточно комфортные, удобные сидушки. На консоли у пассажира расположен достаточно вместительный бардачок. Как видите, в него входит практически все. В нем расположено две розетки для зарядки гаджетов USB и 12-вольтовая. Все обшито карпетом. У водителя то количество приборов самое необходимое, чтобы не перегрузить консоль, не перегрузить ваши нервы, а заниматься только рыбалкой. Все самые необходимые приборы для слежения за работой мотора присутствуют на консоли. Также ветровое стекло. Ветровое стекло изготовлено из 10-миллиметрового акрила, достаточно толстое, не имеет наружной рамки, с возможностью установки на нее тента, стоят специальные завертки. Стекло достаточно высокое, с хорошим обзором и с хорошей продуваемостью. То есть даже при полностью поднятом сиденье набегающий поток воздуха не попадает и не сдувает у вас даже кепку. Комфортно, отлично, классно.